Всем привет! Только что вернулись из магазина. Как всегда, обзор покупок из Форы и АТБ. Для начала вот такая нарезка. Это такой бекон 25,98 из Форы. Виталик взял себе хребты лосося 30,29 в Форе. Из АТБ вот такие салфетки, своя линия. Так, два киви я взяла себе. Как всегда, десяток яиц. Я беру Ясен Свит яйца. Дальше. Одна грушка, это на салат еще сделать с рукавым. Вот такой вот сыр с плесенью сейчас по скидке в АТБ. Вот такие сливки. Люблю в кофе добавлять. Взяла попробовать вот такую вот намазку с лососем. Обычно я всегда брала просто сливочную этой фирмы, но решила вот такую попробовать. Она сейчас по скидке. Дальше. Два банана. Я люблю более такие зеленые. Туалетная бумага. Сметана яготинская 15%. Здесь аж 400 грамм. Дальше вот такой тостовый хлеб мы всегда берем на тосты. И вот такой вот бородинский. Дальше сок яблочно-клубничный с мякотью садочек. Килька аквамарин. Вот такая ВТБ по акции. Дальше взяла ВТБ вот такую штучку, гирлянда декоративная, сердечки. Украшу нам комнату, подниму себе настроение. Так. Вот такие рушники, я ими вытираю лицо, не обычным полотенцем, а вот такими вот рушниками, своя линия. Они сейчас по скидке, по-моему, 15 гривен. Дальше взяла вот такой мистер Пропер для полов в Форе. По-моему, где-то 33 гривны он стоил. Взяли себе вот такие 4 бедрышка в Форе. Они обошлись 54,10 копеек. Тут из косметики взяла себе вот такую маску для лица авокадо. Там сейчас не по 15 гривен в АТБ. Есть манго, кокосовая, разные 4 вида, по-моему. Я люблю авокадо, все, что с авокадо, и взяла такую. Взяла за 20 гривен вот такой крем для рук. Мне нравится. Руки постоянно сохнут зимой. Такой вот бархатные ручки. И самое интересное, это вот такая бомбочка для ванны. Очень нереально пахнет, не могу вам передать. С ароматом ягодных макарон. Вот такая офигенная бомбочка. 15 гривен сейчас по акции ВТБ. И все нам обошлось. Так, ВТБ 181 гривня 60 копеек. Так, а здесь что? И 252 гривни 60 копеек, тоже АТБ. И Фора 137 гривен. Вот такая вот мини-закупочка. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Всем пока.